разных уровней готовности все-таки находятся и правила, и команды. И, в общем, если брать именно тонус игровой, да, и какую-то сыгранность, опасный момент, и гол! Моргеншнайд 0. А передачу ему отдал Хуан Мата. Ну, удар-то, конечно, неказистым получился, и, по-моему, из-под Гуэмеса, опорного полузащитника, Шнайдерлен нанес этот всесокрушающий удар. Ну, я думаю, что с учетом открытого счета ваше настроение, безусловно, улучшилось.